Всем здравствуйте! Снова с вами Ирина с канала Огородные посиделки. И сегодняшний мой репортаж начнется из нашей теплицы. Хочу показать, как я распосынковала помидорки. К сожалению, немножко задержалась, потому что была в отъезде 10 дней, меня не было, была в командировке. Ну, вот, по крайней мере, лучше поздно, чем никогда. Так, вот показываю, значит, пенечки от пасынков. Вот они такие остались. Вот. Посынковала. Вот здесь вот уже, видите, не стала дальше срезать, потому что здесь помидорки уже растут. Вот на этом пасынке только левую удалила. Стала, ну, естественно, удалять плоды не стала. Вот на этом пасынке тоже, видите, уже помидорки растут, поэтому тоже не стала удалять. Ну, а так в целом вот на всех остальных кустах я поудаляла. Вот здесь тоже, видите, внизу на пасынках начали уже созревать плоды. Ну, нижние я вот поудаляла, пенечки вот оставила. Вот на этом тоже уже помидорки висят. Не стала уж убирать. Так, так все помидорки цветут. Маленькие уже растут. Так, это что у нас такое непонятное? Тоже помидорина, видимо, маленькая. Вот. Есть вот, которая побольше. Так, лук. Что-то у меня весь полег. Мы половину уже его выдернули. Это тоже сейчас выдерну. Но мне кажется, лук помогает от всяких заболеваний. Все-таки луковый запах помогает. Вот от него так пахнет. Никаких мошек, ничего здесь нет, слава богу. Вот мы этот лучок на салатик возьмем. Также вот хочу показать, как перцы выглядят. Все, они пережили, слава богу, морозы. Вот здесь такие цветочки. Вот тут уже один перчик висит. С какой тут стороны, не помню. Так, вот маленький висит уже перчик. Вот, начинает здесь созревать. Все цветут. Баклажаны, правда, не все нормально себя чувствуют. Но вот этот уже цветет. Начинают набираться цветочки. И вот этот тоже начинает цвести. Вот бутончик. Так, ну, стамешки это такие маленькие. Видимо, что-то им не понравилось. Либо холодно, либо слишком жарко. Так, перехожу к огурцам. Вот я их подвязала. Вот такие вот они огромные. Были совсем маленькие. Буквально вот за несколько дней вот такие вот плети выросли. Вот там уже огурчик. Вот такой. Сегодня будем собирать первый урожай. Вот таких огурца 3. Вот тут на одном кусте. Там дальше вот тоже, если сейчас найду. Маленький. Ага, вот еще большой. Вот он лежит. На соломке. Вот маленьких много таких вот. Начинает созревать. Огурцы я внизу не обрезала. Не посынковала, как помидоры. Вот они начали, видите, снизу прямо плодоносить. Чего ж теперь жалко их обрезать. Пусть уж растут. Ну, тут тоже вот огурец. Тоже получается 4-й. Так, вот эти перцы, конечно, я погорячилась. Близко к огурцам посадила. Им теперь света здесь мало. Ну, на будущее надо это, конечно, учитывать. Вот здесь тоже такие огурчики. Да, листики надо обрезать снизу. Сегодня, может быть, обрежу. Вот, но огурчики уж я, конечно, обрезать не буду. Пусть растут. Вот так обстоят дела нашей теплицы. На этом репортаж заканчиваю. Всем пока, хороших урожаев.